Зампартия призывает правительство отказаться от ряда мер, предложенных в концепции налогово-бюджетной политики на 2021 год. Об этом на брифинге в понедельник сообщила депутат Людмила Гузун. Она считает, что спешка с утверждением проектов со стороны большинства ПСРМ ШОР оставляет очень много вопросов, а некоторые из предложений не отвечают чаяниям граждан. Партии, в частности, не согласны с увеличением НДС на сельхозпродукцию, ограничением местных сборов, введением налога на депозиты для физических лиц, снятием ограничения на импорт автомобилей старше 10 лет, возможностью ввоза незадекларированных лекарственных средств, а также введением нового вида табачной продукции – сигарил с пониженным акцизом. Демократы пригрозили, если их мнение не будет услышано, то ДПМ может не поддержать принятие документа. Что касается проектов бюджетных законов на следующий год, то в Демпартии настаивают, чтобы они были направлены исключительно на благо граждан. Надеемся на сотрудничество с правительством, от результатов которого будет зависеть голосование ДПМ в парламенте, сказала Людмила Гузун.